Защитники: Ильдар Авдеев, Никита Анохин, Андрей Банников, Сергей Варлов. В этом сезоне болельщики «Тароса» услышат много новых имен. Команда обновилась основательно. Ушли многолетние «Таросовцы» Илья Бочков и Артем Гордеев. Изменения произошли и в тренерском штабе. Помогать Руслану Сулейманову вести игроков к победам будет Алик Амирханович Гореев, а следить за физическими кондициями – Сергей Иванович Медведев. Их представил генеральный директор хоккейного клуба «Тарос». Второй тренер команды Алик Гореев, мастер спорта СССР по хоккею, воспитатель Сала Пилаева. Также представить Сергея Медведева, тренера по физподготовке, мастера спорта по хоккею. Затем к болельщикам обратился главный тренер Нефтекамской ледовой дружины. Очень надеемся, что в этом сезоне наши болельщики, так же, как и всегда, будут поддерживать нас. Мы будем стараться, мы играем для вас, вы нам очень нужны. После всех приветствий настало время вручить именные свитеры новым игрокам команды. Теперь они будут защищать цвета «Тароса», а болельщики пристально наблюдать за их действиями на льду. В составе команды 16 новых игроков. Некоторые уже хорошо известны нефтекамской публике. Например, вратарь Владимир Сахацкий или нападающий Андрей Анкудинов. В этом сезоне поддерживать игроков на льду болельщики будут под новым слоганом. Пресс-служба нашего клуба разработала слоган новый. Это «Верить, любить, побеждать». И я думаю, что побеждать мы все вместе будем. Впереди нас ждет очень интересный, захватывающий сезон, где все наши хоккеисты покажут нам все наше мастерство. И посмотрим, чему мы на предсезонных турнирах подготовились. «Тарос» начинает поход за Кубком Петрова на своем льду. Первые 4 матча пройдут в Нефтекамске. Новый хоккейный сезон стартует уже в это воскресенье, 8 сентября, матчем с Южным Уралом. Начало в 17:00.